Мягкий горячий багет с хрустящей корочкой. Легко готовлю такой дома. Просеять пшеничную муку, всыпать дрожжи, перемешать. К теплой воде добавить соль, сахар, растительное масло без запаха, перемешать. К муке влить жидкие ингредиенты, перемешать ложкой, чтобы вся сухая масса стала влажной. Тесто подмесить хорошо руками, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 50-60 минут. Разделить тесто на 3 части и сформировать колобки. Накрыть пищевой пленкой, оставить в теплом месте на 10-15 минут. Раскатать прямоугольный пласт, завернуть в плотный рулетик, защипнуть краешки со всех сторон, прокатать по столешнице, чтобы придать ровненький вид, выложить на противень, присыпать мукой, сделать неглубокие надрезы, накрыть пищевой пленкой и оставить в тепле на 25-35 минут. Запекать 20-25 минут при температуре 220 градусов.